Ничто не может быть более вечным, чем лужа, утверждают жители 43-го дома по улице Лазо. По их словам, она доставляет им проблемы уже целое десятилетие. Найти ответственных за данную территорию, как выяснилось, не так-то просто. Слово Вере Фефиловой. Геннадий Цыпляев живет в доме 43 по улице Лазо больше 10 лет и все это время наблюдает дворовые озера. Когда я сюда вселился, эта яма была, вот эта вот. И до сих пор ее никак не уберут. Роман Карапетян демонстрирует глубину лужи. Вода стоит здесь с весны до осени, делится парень. Неудобства очевидны. Иногда во дворе появляются мини-гейзеры. Жители предполагают, виной тому непрочищенные колодцы. Если долго дождь идет, пока она вся просочится, наверное, забиты здесь колодцы, их просто не видно. А кто их будет чистить? Тут же лужа. Кто полезет? Более 10 лет у нас длится эта вот проблема с этой, в общем, огромной лужей. Как видите, пришел в негодность весь этот асфальт уже давно. Года 4 боремся с этим негодованием. Кто отвечает за ямочный ремонт придомовой территории? И когда мини-озера дома по улице Лазо исчезнут? Ответ дадут завтра в выпуске специалисты Управления развития жилищно-коммунального комплекса.